Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Сегодня мы продолжим прохождение игры Final Exam. Сегодня будет у нас 7-я миссия. Давайте начнем игру. Очередной кусок предыстории. Опять этот профессор. Типа у нас вакцина уже есть. Как обычно, монстр спер его. Вообще, так просто не получается. Всегда есть проблемы. Ладно, так, нам нужно уничтожить ульти какие-то. Коконы. Да, сколько что-то этих гамадрил. Можно чуть ли в воздухе парить постоянно. Так. Мы как Кинг-Конг падаем какой-то. Так, где-то внизу. Попутный кокон разнесем и волну загасим. Наш любимый коронный прием. А ну говори, где печеньки. У него урона, кстати, больше получается этим приемом, чем как нас сюда нуло-то. Ну, если будем выбивать из них все дерьмо. Еще и горящим вообще красиво. Бутерброды. Так, патрон у нас тут фига. Так, где у нас еще это тут? Кокон где-то должен быть. Как вот псин этих ненавижу, когда плюются.
Так, потом с вами поболтаем. Мне нужно коконы валить. Так, куда ж тут можно? А, вверх куда-то. А, вот один внизу. Ребят, идите вы погуляйте, а. Уже в хлам надоелись. Плодитесь, плодитесь. Так, остался еще один кокон где-то тут. Еще какой-то один кокон новый добавился. Так, ладно, пойдем завалим этот кокон. 3 из 7 даже собрали уже. Где-то наверху. То есть сколько не находится этот профессор? Угу. Освободили. Опять эта верзила пришла. Вот так вот он, малыш. Ушел. Ладно. Блин, накрыли. Ладно, израсходуем одну жизнь. Так быстрее, чем его водить по этим решеткам и бить током. Ну, одну жизнь израсходовали, ладно. Надо еще поколбасило. Чужо, что сегодня как не сдохнет. Ты какой-то больно живучий гад попался. Так, как раз бутерброды дали нам. Здесь ничего у нас нету. Заначки. Вот, что-то есть наверху. Че это у нас такое здесь? Чё это? А чё на клюв? Какие-то новые гранаты получил.
Ладно, пойдем дальше. Так, что у нас там? А, профессор опять сопровождать. Чтоб тебе далеко не бегать, постоянно с тобой. Да надоели вы уже, псины. Так, будем копить, значит, бутерброды, гранаты, патронов уже на максимум. Стопудов с каким-нибудь боссом придется здесь рубаться. Все потому, что с этим уже порубались, чувствую, с ним опять же и будем где-нибудь. Одну достать бы гориллу. Блин, зацепил. Чё, только они какие-то жадные на еду. А, стая опять приближается. Профессор вообще какой-то туз. Воевать так воевать уж. Да пофиг каким, будем и тем, и со собачкой. У нас вообще больно много здесь псин развелось. Ладно, прям что за граната. Ух ты, какие хорошие гранаты-то. Так, давайте подлечимся. А граната веселая, которая взрывается и на кучу бомб еще разрывается. Вот это веселые. Опять псина какая-то влезла. Одной пули не хватило, как обычно. Так, эвакуация у нас. Опа, опять этот наш дружок. Все никак не уймется. О, уже его спер у меня опять. Как же он задолбал-то, а? Когда же он сдохнет? Так, нужно ящики таскать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ё-моё, сколько же кушается? Шесть. Ух ты.
Ой, ему так надо делать. Мы все равно неуловимые. Подбиваем зато еще попутно. Может быть, себе итог выбив. Да, лучше, конечно, не подать на тележки. И урона дофига. И... Хоть урон не получаешь, когда падаешь. Только странно, что они тележки не получают урона никакого вообще. Хоть бы какие-нибудь давали. Тут даже бутербродика не дадут. Жмады. Гранаты, но у них так максимум. Ох, уже быстрее и чаще тележки летают. Так. Еще, наверное, одна. Ух ты, сколько ж тут их. Уже прям бешеные тележки, аж по три подряд. Так, Кинг-Конг какой-то. Чё дальше? Опять профессора уперли. Ух, нифига себе, эту верзилу поднять еще. Ух ты. Какая красота-то. Как-то мы уже оседлали одного монстра и летаем на нем. И что, нам тут набивать их надо? Ну, давайте понабиваем. Один хрен делать нифиг. Жало свои там наводят. А, то есть их можно туда загнать и там их всех пачкой. Ладно, сейчас будем набивать что-то. А это что за ящик? О, хавка. Хавку лучше, конечно, набивать. А, то есть они там недосягаемые столько в прыжке. Мы бьем, все равно их подбрасываем, получается. О, уже 4. Уже больше вылазит. Че с них ничего не падает вообще? Он за ящичком, что он там дает нам? Че дал, не знаю. Хавки как было 2, так и осталось у нас. О, еще хавка, вообще красота. Здесь как-то свобода такая, что мстишь уже им. То бегал за ним, теперь тут вообще летаешь по всей площади и гасишь их просто. И уворачиваешься легко от них. Убить монстров. А сколько их убить, хрен знает. А, уже выполнили миссию. Ух ты, какой-то хрень еще блюет мне. А, у меня уже патрон тратится. Ух ты. Ладно.
Будем играть так. О, как. Как можно это убить босса вот здесь? Просто над ним висите и долбить его. Надо, чтобы было запаса здоровья этих побольше. И этих не мешать. Ну, в принципе, если так вот стоять, они будут все получать сами же побудно еще. Ух ты, вот это взрывающееся опасно. Теперь начинается веселье. Самое интересное, что гранаты здесь не помогают вообще. То есть обычные, может быть, помогли бы. А вот эти не в тему, которые взрываются. А то есть еще этих не попадаться. Ну, в общем, посмотрим. Чувствую, сейчас будет продолжение дуэта. Уже раз четвертый тут верзилу гасить. Вот ящички, это надо не надпускать. Тут может быть очень полезные вещи. Да, надо было гранат просто копить их, держать. Потому что здесь они бесполезны. Ах ты ж. Так бы у некоторых ящики опасны, а некоторые нету, что одни взрывы меня не задело. Ну ладно, посмотрим, что тут будет у нас. Будем решать другой вопрос. Единственное, что Фомочка очень быстро скорость атаки, это позволяет, если что, на тебя нападают, отбиться. Патронов теперь уже максимум, гранат только нет, а толку-то, конечно, их здесь нет. Так, еще сколько тут? Убить монстров. Убиваем мы одних, а вторых лучше не трогать вообще. Может быть, их можно будет использовать для взрывов. Уже 4. То есть взрывать, скажем, того же босса. Уже и так максимум. То 4 сразу разделали. Ну и у нас еще, если что, есть одна жизнь в запасе. Да. Муторно и долго. Конечно, миссии тут здесь всего, по-моему, 8 миссий в игре, и разбавлено это все вот этими боями в воздухе, там стрельбой из пушки мечами по вот этим монстрам. Опять эту верзилу. Уже 4 это получается максимум. А, то есть можно вот так вот подбирать углы и... Такие моменты лучше, конечно, не суваться.
уже вот эти ящики дебасить. Чё ж ты там? О, еда. Патроны. Просто нужен момент, просто подлечиваться и все. Ух ты. Сейчас и все. Миссия пройдена. Первый раз его проще бить сверху, просто стоять, он не доходит вообще до вас, ваши выстрелы. Его выстрелы, не наши. Наши наоборот, как раз таки, до него доходят, мы в любом направлении стреляем. А во второй раз можно, в принципе, набрать большое количество лечилок и бить его с помощью там, фомки той же, она быстро бьет снизу, либо сверху, чтобы угол, так сказать, подгадать, чтобы пролетали эти шары мимо вас. Либо задевают один раз всего. Ну вот, видите, мы миссию прошли, седьмую. Всем спасибо. Ждем продолжения. По-видимому, это у нас будет последняя, восьмая миссия, следующая. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Ожидаем продолжения. Всем спасибо и до свидания.